Ребят, всем привет! Меня зовут Павел. Сегодня я хочу рассказать про супербомбическом кахоне для путешественников, который можно разбирать, собирать, а также этот кахон включает в себя два кахона, по сути. Плоский и большой полноформатный. Карман спереди, в него можно класть всякие дополнительные перкуссионные вещи. Сзади лямки, чтобы вешать на спину. Ну и открываем, откручиваем просто. Заднюю крышку открыли. У нас сразу же есть шпильки. Вот такого вот вида, длинные. Это для того, чтобы сжимать кахон, когда он собран в полном большом формате. Стенка раз. Причем стенки, обратите внимание, они вставляются в заднюю деку, видите, целиком. И поэтому его целиком можно собрать в такой кейсик компактный. Вторая боковая стенка. Они подписаны, как собирать, поэтому не составит труда. Это у нас низ, потому что у нас здесь видны ножки. Ножки большие. Вот. И верх. Обычная дека верхняя. Вот у нас фронтальная дека. У нас вынимается подструнник. Его можно настраивать. Вот с помощью вот этих вот уплотнителей можно их перемещать. И тем самым настраивать звучание струн. Ну, на басу, наверху. Например, если их полностью убрать, то на басу будут слышны струны, и струн будет очень много. Если потом можно поставить один, можно поставить два, можно их укоротить, например, просто лезвием поменьше отрезать, и тоже перемещая, добиваться того звука, который вам больше всего нравится. Важно, что она вынимается, этот подструнник вынимается, и задвигается вот так же назад. Сначала соберем короткую версию. Я продемонстрирую, как она звучит. Освобождаем заднюю деку. Фронтальная дека. Сверху ставим тыльную деку. Вот. И закручиваем вот такими вот штучками. Закручивать нужно плотно, но не очень сильно. До ощутимого сопротивления. Вот. Можно играть по-разному, насколько фантазии хватает. Можно как рамочный барабан. Можно просто положить на коленки. Сейчас запишем звук на вот этот рекордер, чтобы было получше слышно качество звучания, потому что на камере микрофон не очень. Вот, включаем.
общем, в таком стиле. Теперь давайте соберем его полностью и послушаем, опять же, как он звучит. Сейчас продемонстрирую, как звучит. Вот такие дела. Теперь его померим размер и взвесим. Итак, разбирается он так же просто, как собирается. Кладем инструмент на фронтальную грань и откручиваем. Ровно вверх вынимать, чтобы не поломать вот эти вот шипы. Весит он 6-7,5 килограмм. Ну, можно сказать, 54. 325 миллиметров.